Всем привет! Лохматая душа с вами. Нам поступил звонок. Это Дубна. У выброшенных щенках. Возле гаража. Мужчина пришел к гаражу. Он говорит, тут еще и котенок. Котенок и три щенка. Очень контактные щенки. Ну, явно домашние, естественно. Вот я подъехала и сама нашла. Даже не звонила мужчине. Вот они. Вот они здесь. Этот бардак будет происходить, я не знаю. Ребята, привет! Привет, ребята! Привет! Привет! Ну, привет, иди сюда! Ну, вы под гаражом живете, да? Из-под гаража вылазите? Ну, а где котенок? А где ваш друг котенок? Да идите ко мне. Ой, где-то орет котенок. Где котенок орет? Так, мужчине надо звонить. Похоже, он его гаража закрыл. Господи, вот он, кроха. Иди, мой сладенький, ко мне. Иди, мой, ты такой красивый. Друзья, один котенок, может, кто возьмет на передержку. Ну, совсем нам нельзя, некуда нам. Иди, малыш, иди сюда, иди. Да хватит вам, щенки. Иди. Смотрите, какой красавчик, а. Ну, просто чудесный ребенок. Иди ко мне. Не бойся, малыш, рыжий такой, персик. Тихо. Эти со мной пришли. Хорошо, со мной. За мной пришли. Вот такие. Вот такие, ребята. Иди, мой хороший. Не бойся, малыш. Иди, мой сладенький. Иди. Ну, как тебя вот тут бросить, а? Как вот бросить? Как бросить детей? Скажите мне. Как не подобрать? Проехать мимо мне сейчас? И пусть выживают как могут. Что делать, друзья? Подскажите, пожалуйста. Ну, дружочек. Дружочек, ты кто у меня? А еще и девка, конечно. Ты девочка. Такая рыжая девочка, персиковая. Ну, красавица. Друзья, возьмите кто-нибудь на передержку. Всего лишь один маленький котенок. А? Очень вас прошу. Так, котенок в переноске. Ребята, ну-ка пошли. Ребята. Ребята, вы где? Давайте без пистолета. Эй. Ребята. Идите скорее сюда. Идите скорее сюда. Ну идите сюда. Бегом. Давайте, 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 давайте. Все, пошла собирать. Так, да, друзья, мы приехали в приют. Ребятам жарко. Сейчас будем думать. Я пока понятия не имею, куда их сажать. Так, друзья, три щенка. Щенки домашние, упитанные, чистенькие, ласковые. Щенки домашние, от домашней собаки. Значит, суку стерилизовать у нас нельзя. Это негуманно, это дорого, это я не знаю еще какие отмазки. А выбросить домашних щенков на погибель — это гуманно, круто, нормально. Молодцы! Ну что, проехать мимо я никак не могла. Надо полагать, это троица, которые гуляли возле гаражей. Ой, друзья, малюсенькие, малюсенькие. Ну что ж такое, это когда-нибудь закончится вот это издевательство над собачками, над нами. Смотрите, кукурушек такой. Вот это прилег, устал, наверное. Сейчас, детки, сейчас я вам корм привезла. Сейчас вас покормят, малыши-карандаши.